Добрый день. В наших Палестинах летом температура воздуха обычно зашкаливает и не является нормальной для житья человека. Вот не знаю, видно или нет, но вот сейчас на улице 34 градуса, и это не предел. В тех местах, куда мы ездим на рыбалку, а ездим мы обычно на 2 дня, температура около 40, даже может быть подходить под 45. Как сохранить рыбу при таких условиях? Холодильника у нас нет, да и электричества там нет. Возить с собой лед или как? Вот решил сделать такой эксперимент. Имея вот такой обычный небольшой холодильничек, решил проверить, сколько в него влезает в такой холодильник. 4 двухлитровые бутылки воды, и остается место вот здесь по краям для того, чтобы можно было сложить сюда рыбу. То есть сюда можно будет положить там пяток килограммовых рыб, а собственно больше мы и не ловим. Идея в чем? Налить воду, заморозить, поставить на солнышко и посмотреть, что получится. Через какое время оно все растает и прекратит работать. Наливаем воду в бутылки. Лед, как известно, расширяется, поэтому наливаем воду под плечики, оставляя место. Сейчас в морозилку и засекем время, сколько времени возьмет заморозить 4 бутылки. Бутылки внутри. И время сейчас 12:15. Итак, сейчас 6 утра. И прошло вот 12 дня до 6 утра. Это замерзло. То есть я так полагаю, что чтобы заморозить двухлитровую бутылку с водой, надо где-то ночь. Укладываем бутылки, соответственно, в холодильник. Так, ну тут остается достаточно места для рыбы, вот сюда положить. Закрываем. И оставим холодильник здесь на улице. Так, 6 утра. Оставим холодильник на улице. К вечеру посмотрим, разморозится или нет. Температура за бортом сейчас у нас 21 градус. В общем, не холодно, не жарко. К полудню температура поднимется за 30. Ну, может быть, даже и под 40. Посмотрим. Вечером придем, проверим, посмотрим, что произошло. Итак, сейчас 8:30 вечера. Температура за бортом у нас 24 градуса. Днем средняя температура была 35. Значит, холодильник стоял под вот такой крышей. То есть прямое солнце у него было несколько часов. Поскольку восход у нас, восток у нас вот там. Ну, давайте посмотрим, что у него внутри. Бутылки. Вот это растаяло, а вот это еще нет. Еще со льдом. Градусник, помещенный
в сюда показывает, градусник показывает 10 градусов. Ну что ж, при 10 градусах рыба вообще может сохраниться. Это приблизительно столько же, сколько в холодильнике. То есть я думаю, что такой способ вполне доступен и возможен для сохранения. То есть это с 6 утра до вечера, это целый день. Этот способ имеет место жить. Ну что же, осталось проверить это дело на практике, о чем мы снимем как-нибудь видео. А пока всем спасибо, привет. С вами был Гриндроп. Если вам понравилось видео, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Пока, бай.